Итак, здравствуйте. Хочу вам показать самый простой способ складывания кубика Рубика. В нем нет ничего сложного. Сможет сделать каждый. Это в нашей семье передается от отца к сыну, от сына к внуку. Все элементарно. Берем кубик Рубик. Просто запутанный любым способом. Дальше хорошенько на него смотрим, запоминаем и начинаем делать такие простые движения. Сначала вот так, потом вот так, потом вот так, теперь вот так. В конечном итоге нам надо получить крест. Видите, он вышел. Дальше еще легче. Всего лишь надо собрать углы. Это пуще простого. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот потихоньку кубик Рубик собирается. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот мы уже собрали три угла. Этому нигде не учился, просто взял в руки его. Мне один раз показал батя, и у меня сразу стало получаться. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Дальше еще проще. У нас уже собрана большая часть кубика Рубика. Нам надо всего лишь вот эти вот тоннели, так сказать, сложить. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Тоннели наполовину сложены, осталось 4 угла. Это вообще самое, что ни на есть простое. Берем один угол на один палец, вторую сторону на другие пальцы. И начинаем складывать. Если получается, конечно, вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Кубик Рубик сложенный. Повторяйте за мной, все будет легко и просто. Самый простой в мире способ складывания кубика Рубика. Учитесь.